Итак, за 5 минут мы приготовили классный салатик с крабовыми палочками. Привет всем! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео приготовим салат за 5 минут. Вашим гостям он обязательно понравится. Состоит он из минимума ингредиентов, но в сочетании это получается просто бомба. Итак, начинаем! Для такого бомбезного салатика нам понадобятся следующие ингредиенты. Крабовые палочки 200 грамм. Сырок плавленый 200 грамм. Можно брать и твердый сыр. 3 отварных куриных яйца. 1 средний помидор. 2 зубца чеснока. Соль чуть-чуть, буквально щепотку. А также чипсы и майонез. Майонеза 120 грамм. Начинаем готовку с крабовых палочек. Берем крабовые палочки и нарезаем их крупно. Вот так наискось. Салат этот буквально готовится за 5 минут. Получается действительно вкусным, сочным и необычным. Крабовые палочки я крупно нарезала. Теперь я их вот так взъерошила, чтобы они были пушистыми, и отправляю на плоскую тарелку. Берем майонез и делаем тоненькую майонезную сеточку. Буквально очень-очень тоненькую. Готово. Отставляем крабовые палочки и займемся помидорчиком. Помидор я помыла и вытерла. Теперь отрезаем ему кончик и нарезаем. Сначала разрезаем его пополам, а теперь вот такими тоненькими слайсами. Помидор выбирайте, чтобы он был плотным, зрелым и чтобы в нем было мало сока. Нарезанный помидор отправляем поверх крабовых палочек. Расслаживаем тоненьким слоем. Стараемся не пропускать. Аккуратно. Если вы хотите, вы можете сверху помидор посолить. Не хотите, можно не солить. Салат по-любому получается очень-очень вкусным. Я чуть-чуть подсолю помидорчик наш. Этот салат очень вкусным получается, если добавить чеснок. 2 зубца чеснока будет достаточно. Отправляем чеснок, сверху помидор. И распределяем по всему слою. Если вы не кушаете чеснок, этот ингредиент вы можете упустить. И делаем тоненькую майонезную сеточку. Отставляем и займемся яйцами. У меня есть 3 отварных яйца. Разрезаем их пополам. А потом, так как помидоры, тоненькими слайсами. Тонко нарезанные куриные яйца отправляем сверху помидор и разлаживаем тонким слоем. Яйца тоже можно подсолить по желанию, но если вы не хотите, можете не солить. Салат по-любому получается достаточно оригинальным и вкусным. Поверх яиц делаем майонезную сеточку. Если вы вдруг не кушаете майонез, не беда, используйте сметану. Или сделайте вот такой интересный соус, который состоит из сметаны, горчицы и чеснока. Отставляем, займемся плавленным сырком. Я приготовила терочку. Будем использовать очень меленькую терочку и натираем 200 грамм плавленного сыра. Вот таким должен получиться плавленый сыр, кучерявым. Отправляем плавленый сырок на тарелку с салатом и распределяем его по всей поверхности, желательно равномерно. Почему я использую плавленый сыр? Потому что с ним салат получается нежнее и вкуснее. На плавленый сырок наносим майонезную сеточку. На плавленый сырок наносить майонезную сеточку можно больше, то есть майонеза используем больше. Вот так. И последний ингредиент у нас – чипсы. Засыпаем чипсы, делаем такого ежика.
Получается оригинально и вкусно. Чипсы придают свой вкус салатику. Можно выбирать с любыми вкусами. Можно с беконом, можно со сметанкой, с укропом, с чем угодно. Посмотрите, какая красота получается. И казалось бы, за 5 минут можно сделать вот такое чудо. Кстати, вот такой салат напоминает осень. На дворе осень, будто листочки падают желтенькие. Тематично, скажем так. И развеселим салат помидорчиками черри и петрушкой, можно укропом. Берем зелень и украшаем. Пару листочков, я думаю, будет достаточно. Итак, за 5 минут мы приготовили классный салатик с крабовыми палочками. Я думаю, что такой салат будет для вас палочкой-выручалочкой, особенно когда гости на пороге и нужно подать что-то необычное и вкусное. Такой салатик подойдет. Разметут за 1 минутку. Если понравилось видео, ставим лайк, ждем новые видео и до новых встреч. Пока-пока!